В Казанском университете в контексте форума «Россия-Африка» состоялась презентация книги Олега Озерова, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации «Карим Хакимов. Летопись жизни». Карим Хакимов – это первый полномочный представитель Советской России в арабских странах. Он внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром. Книга посвящена не только, скажем, истории жизни Карима Хакимова, но и тем идеологическим течениям, которые боролись и сталкивались на просторах Советской России, и один из эпиграфов к этой книге, это мой собственный эпиграф, называется «Сражаются идеи, а погибают люди». Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.